Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу заснять кое-какие покупки для своих студентов и для себя. Тут кое-что прикупила, поэтому покажу первое, то, что потому что сейчас Егор скоро уйдет. И вот хотела показать. Взяла вот такой шампунь профессиональный. Как бы написано, профессиональный шампунь для мужчин. Эффект очищения кожи и от перхоти, что-то помогает там. Вот такой вот, не знаю, взяли на пробу. Очень приятно пахнет, понравилось как. Стоит вроде бы 99 или 199. Короче, в фикс-прайсе брала. Не знаю, на пробу. Егорка сказала, у него шампунь, да, у тебя и гель, да, у тебя заканчивается. А, гель это... А, это у Светы гель заканчивается. Ну, вот факт то, что вот такой вот шампунь взяла. Следующее, то, что взяла, у меня Егорка любит все с бананом. Видала вот такие вот чокопайки взяла, но я тут уже, ну, чай с бананом, пироженки Ну, всякое чай, такое. вот Вот две штучки уже я съела, остальные Егорки будет 6, тут 4 штучки ему еще, но в упаковке 6 штук. 69 рублей стоит, недорого. Дальше в фикс прайсе взяла вот такое вот жидкое мыло, у меня заканчивается, там уже чуть меньше, маленько осталось. И взяла вот такое, очень приятно пахнет. А, цена 149 рублей, написано жидкое мыло парфюмированное. Там еще были в синей бутылке, но в синей бутылке мне не понравился аромат, поэтому взяла вот такое вот. Очень красиво смотрится, потом буду просто обычное мыло брать и сюда заливать, красиво смотрится. Напишите, как вам. Дальше, что я еще в фикс прайсе взяла, это вот такие вот две мицеллярные воды. Одну себе, одну Свете, потому что у меня Света мою использовала. Извините, у меня тут ноготь сломался. Сегодня дочь должна прийти переделать. Ну вот, две мицеллярки. Самые простые, самые дешевые, как знаете, в фикс-прайсе они недорогие. Дальше в фикс-прайсе взяла вот такие вот две упаковочки ручек гелевые. Пишет очень приятно. Сейчас я вам покажу. Вот, смотрите, как тоненько они пишут. И они необычные. Сейчас я вам покажу. Одну ручку достану. Тут, видите, нету стержня. Тут просто залитый гелий. Гель. И вот пишут они, видите, как тоненько и не мажется. Вот это вот самое важное. Потому что Света у меня пишет только черными пастами. И вот я взяла две упаковочки. Что-то стоило то ли 59, то ли 69. Точно не помню. И чек не сохранила где-то. Но в целом две такие. Дальше. Что я взяла в фикс прайс еще? Взяла вот такую себе пилочку для маникюра. Сколько она? 180 на 240. Потому что маникюр, чтобы делать. Вот такую вот взяла. На пробу посмотрим. Дальше также в фикс прайсе взяла тетради. Ну вот, Свете надо, у нее очень быстро заканчиваются тетради. Вот такая вот тетрадка. Такая тетрадка с лисичкой. Такая. Вот такая вот какая-то интересная. Разных взяла, не стала одинаковые брать. 29 рублей, одна тетрадка на 48 листов. Вот, короче, целую кучу тетради взяла. Дальше заходила в Магнит Косметик, взяла себе пятновыводитель. У меня на кофте получилось так, что я на синей кофте поставила пятно и никак не могу его вывести. Вот взяла на пробу ваниш. Удаляет пятна с первого раза. Ну вот посмотрим. Я когда-то брала порошковый, мне понравился. Жидкий ни разу не брала. Почитаю инструкцию, посмотрю, как делать, и потом покажу вам результат. Может, даже вместе с вами это и сделаем. Ну, вот как-то так. Следующий у меня будет заказ. Это с Валберис. Короче говоря, заказала себе стилус. Я сейчас пользуюсь. Егорушка, дай на столе этот стилус. Вот стилус на столе, дай, пожалуйста. Сейчас пользуюсь Егоркиным стилусом. Вот такой вот. Он неудобный, он тяжелый. И он у него... Сейчас смогу одну... Открой колпачок. Он у него ну, откручивается. Двухсторонний, видите? А мне надо было просто односторонний. Вот этим вот мне неудобно. Оно, конечно, да, он все шевелится, все классно. Но мне неудобно. Я себе взяла вот такой вот. Самый обычный, самый дешевый. Знаете, предысторию. Сначала заказала себе голубой. С 9 числа, вот сегодня у нас 17 февраля, по сегодняшний день оно с Перми едет до Соликамска. Уже заблудилась где-то. Видать, через границу проезжает, что ли.
Ну, вот факт то, что от того отказалась, заказалась я другой. И вот этот в течение 2 дней мне пришел. Тут еще есть дырочка, можно шнурочек сделать. Ну, вот такой вот стилус. И заказала себе 2 теней. Сейчас я их на руку нанесу и покажу расцветки вам теней. Так, ну давайте первое вот это вот покажу. Вот такие вот тени. Стоили они недорого. Если вспомню, напишу где-нибудь здесь сбоку вам цену. И вот оно вот так вот смотрится. Серебристые тени. Очень мне нравятся жидкие тени. Сейчас оно немножко подостынет. И я вам покажу, что они не размазываются. Очень яркие, светятся очень хорошо. Ну, вот такие вот тенюхи. Жидкие тени для век. Они как бы стойкие идут. И вторые вот тени я взяла. Это вот такие вот. Так, фокус не могу поймать. Вот, поймала наконец. Белый дизайн. Вот такие вот тенюхи. Они вот смотрятся, видите? Тоже такие розоватые немножко. Очень красивый оттеночек. Мне очень понравились. Ну, вот в целом серебристый. И вот такие вот. Сейчас посмотрю, подсохли они или нет. Так. Как-то бы так посмотреть, чтобы... Можешь пальцем провести по ним? Или подержи вот так вот телефон. Вот игрушка держит. Давайте посмотрим. Видите, вот они. Нет, еще не подсохли. Видите, еще немножко остается. Но вот эти уже все подсохли. Тут уже почти нет. Но вот факт то, что очень стойкие тени. Очень мне нравится. Заказываю их уже не первый раз. У меня те закончились, поэтому вот взяла новые все тенюшки. Ну, вот в целом, вот такие вот покупки были. Пишите, что думаете. И напишите, кому нравятся жидкие, или какой-нибудь еще пятновыводитель от пятен, потому что не могу одно пятно никак вывести с кофты. Ну, вот цены, вот такие вот покупочки. Ребят, забыла еще показать. Зашла сегодня в магнит, еще взяла себе тушь от Stellary. Вот такая тушь для ресниц. Сценический эффект, супер объем, водостойкая. Вот, ой, от Stellary, от Vivienne Sabo, вот точно, от Stellary хотела сказать. Vivienne Sabo, ну вот, на пробу взяла. У меня до этого была другая от Vivienne Sabo, тоже очень нравилась, она запечатанная сейчас. Еще не открывала ее, поэтому вот. Сейчас открою, покажу, кисточка какая. Вот такая вот, ребят, у нее кисточка. Так, фокус показать. Пластиковая кисточка, где-то высокий ворс, где-то коротенький ворс и немножко изогнутая. Но в целом мне нравится. Vivienne Sabo уже брала тушь, нравится. Поэтому надеюсь, что и это потом проверю и скажу, как напишите, брали ли вы себе такую вот тушь или нет. Вот все, теперь точно все покупки. Всем привет, дорогие друзья. У нас время, день. Я сходила в больницу, так как я на больничном, и зашла в магазин, купила, короче говоря, помылу. Напишите, кто любит ее, мне она нравится. Вот такой помылы мне хватает дней на 5. Одну большую беру, и надолго хватает, очень полезный фрукт. Дальше зашла, купила вот такую вот еще рыбку. Что-то Егорка вчера попросил рыбку соленую. Говорит, мам, купи, и вот взяла вот такую вот. Мы как-то такую брали, нам очень понравилось. По дате вроде все хорошо. Поэтому взяла. Так, мне тут позвонили, немножко отвлекли. И в целом, сейчас будем продолжать дальше. Зашла я в Валберес, забрала заказ. Пришли мне 2 теней. Сейчас мы с вами их... Где-то ножницы вроде готовила. Сейчас мы с вами их откроем, и я покажу, какие они пришли. У меня просто те, которые тени, вот помните, я недавно заказывала, уже отжали. Уже ребенок у меня их забрал. Сказал, мама, мне тоже такие надо. И мама, как обычно, осталась без теней. Я заказала себе другие, дешевенькие, тоже кремовые. Вот такие вот. А, блин, они рассыпчатые. Я думала, они кремовые. Ё-моё. Они же должны быть кремовые. Были написано, что кремовые.
Ну ладно, фиг с ним. Что теперь поделаешь? И вторые. Немножко потемнее. Теми тоже. Блин, ну расстроилась, что они рассыпчатые. Ё-моё. Такие вот тенюшки. Должны быть кремовые были. Написано, были кремовые. Но вот такие вот два оттенка. Одни светлее, другие темнее. В целом как-то вот так. Блин, и в Альберсе нельзя было проверить. Сказали, если коробочку откроете, то уже возврату не подлежит. Ну вот ладно, фиг с ним. Дальше у дочери закончилась топ и база. Заказали ей вот такие вот. Не знаю, так это топ, а это база. Вот, два тюбика. Тут по 30 миллиграмм каждый тюбик. Эту фирму еще не пробовали, поэтому посмотрим. Если что, потом по отзывам скажу, как и что, нормально или нет. Вот такие вот две баночки. Дальше также у Светы надо было ей верхние формы. Она заказала вот такие вот. Сейчас попробую открыть, вам показать. Вот такие вот верхние формы. У нее есть заостренные, и вот она попросила еще вот такие вот. Ну, тут их 120 штук, по-моему, 12 разных размеров. Вот столько вот верхних форм. Вот заказала ей. Дальше себе заказала очиститель на пробу. Это не реклама, сразу говорю, какой-то вот такой вот взяла очиститель. 20 в одном, экологический очиститель. Стоило недорого. Посмотрим, почитаем. Хранение в сухом месте, меры предосторожности, инструкция, две мерные ложки. Ну, тут написано по отзывам, все хорошо. Отзывы смотрела, оценка высокая. Не знаю, ни разу такой не брала. Брала обычно другой. Ну, вот на пробу взяла. Да, посмотрим. Дальше заказала себе шейкер. Я пью протеин. И вот для протеина заказала шейкер вот такой вот. Он идет вот с таким вот венчиком взбалтывать, чтобы. И нижний еще контейнер идет. Вот так вот он прикручивается снизу. Сейчас прикручу, покажу. Вот такой получается большой. Вот сюда можно насыпать сам протеин. А здесь есть вот такая вот, если вы какие-то таблеточки пьете или что-то, вот сюда можно положить. И вот такой вот шейкер. Венчик очень удобный. Объемом он 500 миллиграмм. Мне как раз нормально такой. Протеин, там еще кто что пьет. Вот очень удобный, хороший. Открывается вот так вот. Очень удобный шейкер. У нас такой уже один есть. Вот сейчас второй заказали. Ну, в целом, вот такие вот покупочки были. Напишите, что вы считаете. Кто чем пользовался. И вот насчет этих теней. Не знаю, если никому девчонкам не нужны будет, то, скорее всего, перепродам их. Потому что, ну, вообще не то, не понравилось мне. Я думала, они тени, потому что кремовые, написано были как кремовые. Ну, посмотрим, как будут наноситься, как что. Сегодня испытаю, проверю. Ну, в целом, вот такой вот заказ. Если вам понравилось, то ставьте лайк, пишите комментарии.